И то слово, которое сегодня я хотел с вами поделиться, называется «Преврати камни преткновения в ступени для подъема». Вот такое название. «Преврати камни преткновения в ступени для подъема». Аминь, дорогие. Это проповедь, это не научный какой-то посыл, это не лекция теологическая, это проповедь. Проповедь отличается от теологического учения тем, что учение рассчитано на студентов с ручками, которые сидят, и там всякие детали разбираются. Проповедь – это всегда слово ободрения, слово из Библии, которое дает нам дух жизни. Проповедь часто простая, но она всегда очень мотивирующая к позитивным вещам. Учение зачастую глубокое, хорошее, но часто не относится никак к нашей жизни, а просто представляет собой мир и так далее. Итак, святого послания Иакова послания, 1 глава со 2 стиха. Наш великий Иаков, человек, который прожил жизнь рядом с Иисусом, был в его команде. Через много лет после того, как Иисус уже вознесся на небеса, пишет такое письмо, и письмо он начинает такими простыми словами. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Представьте, какая глупая фраза, казалось бы, сегодня для людей этого мира. Он говорит, радуйтесь, когда к вам приходят проблемы. Вот такая вещь, так говорит моя Библия. Искушение имеет несколько значений в разных толковых словарях. Оно говорит о том, что искушение – это испытание нашей жизни, это проблема, это горечь, это обиды. Искушение может быть просто камни преткновения. Для чего ложатся камни? Почему Библия говорит о таких камнях, как камни преткновения? Потому что камень лежит на дороге, чтобы ты за него запнулся. Это камень, о который притыкаются люди, падают и разбиваются. Этот камень мешает жить, он мешает ехать по дороге. И вдруг Иаков говорит другими словами, радуйтесь, когда вы встречаете на своем пути камни преткновения. И ты думаешь, я не вижу логики. Как, Господи, если я заболел, как я могу радоваться? Как я могу радоваться, когда люди обижают меня? Как я могу радоваться, если мой муж ушел к другой женщине? Как я могу радоваться, когда экономика упала? Как я могу радоваться, когда я потерял работу? Как я могу радоваться, когда меня посадили в тюрьму? Вот такой парадокс жизни, который говорит здесь Господь. Он говорит, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Зная, дальше он говорит, что испытание вашей веры производит терпение. Четвертый стих. Терпение же должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иаков говорит, радуйтесь, потому что каждый камень преткновения в вашей жизни, он является испытанием вашей веры. Это каждый раз экзамен для вас, который вы либо выстоите и получите диплом, либо вы преткнетесь, упадете и откатитесь назад. Без камней преткновения не может быть роста нашей жизни. Вы со мной, дорогие? Каждый раз в своей жизни, когда я вижу какое-то испытание, первое, что у меня происходит, конечно же, отторжение. Я не хочу сталкиваться с испытаниями. Любой человек, не хочет идти к зубному врачу. Он понимает, что я пойду к зубному врачу, мне будет больно, не дай бог, не будет там заморозки, все будет очень плохо. Но ты понимаешь, что если я не пойду, проблема будет еще хуже. Зуб раздуется, флюс будет неузнаваемый, и там вообще уже без операции не обойтись. Поэтому нужно, по крайней мере, прийти к зубному врачу и претерпеть это испытание. То же самое пишет Иаков. И смотрите, проповедь так и называется, о чем я только что сказал. «Преврати камни преткновения в ступени для подъема». Вы заметили, чтобы подниматься по лестнице, нам всегда нужны какие-то камни, какие-то ступени. И по этим ступеням, только поднимаясь по этим ступеням, мы можем подняться достаточно высоко. Однажды я был в одном красивом храме, произведение искусств, там, древнем храме. И там была такая часовня очень высокая, это был католический старый храм, где-то, не помню, в Европе, в Южной Германии это было. И экскурсовод сказал, если вы хотите, вы можете подняться на высоту этой часовни, и вы посмотрите оттуда, открывается прекрасный вид на город. И я помню, что посмотрел, думаю, ну ладно, пойду. И когда мы стали подниматься по этой винтовой лестнице, я уже наполовине этой часовни 10 раз пожалел, что я стал подниматься. И думал, вот я, зачем я слушал этого невменяемого экскурсовода. Но экскурсовод оказался сзади нас, он шел вместе. Он говорит, давайте, мальчики, идем еще чуть-чуть. И каждый камень давался так тяжело. И перед моими глазами были вот эти вот булыжники, потому что с веками камень. И так-то тогда был плохо оттесан. А сейчас он вообще превратился в что-то с годами такое маловменяемое. И я поднимался, каждый,
каждую ступень давалась так тяжело. И я помню, я уже поднялся, там остался совсем чуть-чуть, и чувствую, больше не могу. Другая команда, кто с нами были, они: «Пастор, спускаемся!» Экскурсовод говорит: «Еще чуть-чуть! Вы просто не привыкли!» И когда мы поднялись на самую верхушку, я реально увидел такой вид на город. Просто потрясающая была картина города. И в этот момент я понял, что если бы я не прошел вот эти камни испытания, каждая ступень, которая так давалась мне тяжело, я бы не увидел вот этой красоты. Я бы не смог увидеть вот этого величия города, которое не видно с других концов этого города. И точно так же Господь учит нас, что каждый камень, с которым мы притыкаемся, он может быть либо камнем, от которого мы приткнемся и скажем: «Я больше не могу», и пойдем вниз, либо мы скажем: «Я еще пройду следующий камень, еще», и там наверху будет прекрасный вид на нашу жизнь. Вы со мной, дорогие, хоть чуть-чуть? Поэтому Яков говорит: примите каждое испытание в вашей жизни как что-то, что может привести вас в победу. Ты скажешь: «Ну к чему ты это все говоришь, пастор? Ну я как-то вот не понимаю, дай какие-то примеры жизненные». Вы знаете, каждый муж Божий из Библии, которого мы рассматриваем на страницах нашей великой книги, мы видим, что каждый из них, прям каждый, вот каждый без исключения, я все время думаю: «Господи, ну ты мне покажи одного, который бы прошел без всяких испытаний жизненных». Но каждый попадал в жуткие жизненные ситуации. И то, благодаря этому они назывались героями веры. Потому что то преткновение, которое происходило в их жизни, могло разрушить их жизнь. И мы бы никогда о них ничего не узнали. Возьмите Авраама. Авраам не имел детей. И это было такое преткновение, которое именно рисовало его как человека проклятого. Потому что в те времена не иметь детей — это было величайшее проклятие. У всех были дети, а у него не было. И он взывал к Богу, и он говорил: «Господи, что ты дашь мне? Наследник мой, этот Елизер из Дамаска». Эти слова в Бытие, они описаны, как будто его горечь выходит наружу. И он говорит: «У меня даже потомства нет. О чем ты говоришь, Господи? Ты говоришь, что я благословен, что я твой помазанник, а я позор перед людьми». Вы со мной, дорогие? Но мы видим в Писании в дальнейшем, что Авраам не стал обвинять Бога во всем. Он стал действовать, как Бог ему говорил. Он шел этой дорогой своей жизни, он сделал камень преткновения камнем для своего подъема. И потом он родил своего первенца, своего Исаака. И Исаак стал потом родоначальником целого израильского народа. Аминь, дорогие. Моисей, точно такая же история, если вы помните. Он почувствовал себе призвание освободить Израиль из рабства. И что он сделал первым делом? Он убил египтянина. И Библия говорит, что убийство египтянина стало проблемой самой большой в его жизни. Из-за этого убийства на него восстал весь египетский народ, на него восстал фараон, он убежал в пустыню и 40 лет жил там, не зная никого, живя просто в полном, знаете, отступничестве. Представьте, Моисей, он мог сказать: «Господи, ты мне показал в видении, что я должен освободить народ Израиля, я начинаю идти твоим путем, и вместо этого что я получаю? Я теряю свою позицию в государстве. Меня преследуют как преступника. Я теперь в какой-то пустыне забытый, пасу овец, никому не нужный. Что это? Это судьба моя?» Это могло быть таким огромным преткновением, что он мог бы разочароваться и умереть в этой пустыне. Но именно там Бог призвал его в горящем кусте вернуться снова в Египет. Вы со мной, дорогие? Иосиф! Это уж вообще история из истории, не будем дальше копаться. Но представьте, Бог рисует ему великое будущее. Ну кому из вас Бог бы нарисовал великое будущее и сказал: «Иосиф». Другими словами, ему снятся сны прекрасные о его будущем, о его видении, как он спасет свою семью, как он будет, как ему звезды поклонятся, луна и солнце, мать и отец. И он понимал, что он сделает что-то великое такое для семьи, что вся семья скажет ему: «Спасибо тебе, Иосиф. Ты такой человек, ты призванный Богом для великого, великого будущего». Когда он делится своим видением, первое, что он получает, агрессию своих братьев, они бросают его в яму, он попадает в тюрьму. Представьте, в тюрьме он сидит как насильник, который никогда даже не имел никакого контакта с женщинами. Представьте, вот какой момент жизни. Я всегда думаю, стоять на суде, тебя обвиняют блудники, у которых масса рабынь, они сексуальные извращенцы, обвиняют тебя в насилии над женщиной, а ты девственник, и тебе дают еще срок невменяемый. Это все на страницах Библии. Представьте, что он мог подумать. Он бы сказал: «Господи, вот это то, к чему ты меня призвал, вот это моя судьба».
Он мог сказать, этот камень преткновения, он слишком тяжел для меня, Господи, я не могу его нести. Но прошли годы, и мы знаем, что он вышел из тюрьмы, вышел как великий человек, стал заместителем фараона, и в дальнейшем вся семья пришла к нему, и слово Господне исполнилось. Каждый раз мы должны увидеть, что камень преткновения, он стоит для нас, как испытание нашей жизни. Я уж что далеко ходить, свою жизнь заглядываю. Сколько раз у меня были моменты, когда я Богу говорил, что это, Господи? Все, что я мог сказать, что это, Господь? Я ничего не понимаю в этой жизни. Почему так происходит? Но вы знаете, проходя какие-то испытания жизни, на сегодняшний момент я смотрю, что это нужно было. Какие-то моменты нужно было для того, чтобы либо смирить мое сердце, либо чтобы я увидел свою собственную жизнь. И сегодня я смотрю, я благодарен Богу за каждый из камней преткновения, потому что именно тогда Бог был особо близок ко мне. Вы со мной, дорогие? Хоть чуть-чуть. Давайте хоть чуть-чуть поаплодируем Господу. Аминь. Поймите, что, друзья мои, сатана всегда пытается положить нам камни преткновения. Именно он является инициатором того, чтобы мы с вами упали. Каждый раз, когда человек был в какой-то проблеме, был наркоманом или алкоголиком, и каждый раз, попадая в ситуацию, в компанию своих старых друзей, я знаю, что проходит каждый из вас, вы встречаетесь с людьми этого мира, которые обзывают вас неприличными словами, говорят там, не наша вера, сектант и так далее, всякие неприличные слова, какие только есть. Сами эти люди же, вы же видите, зачастую, они ведут распутный образ жизни, они матерятся, они не ценят семью, как правило, живут жизнью, которая, ну понятно, что эта дорога прямиком в ад. Ну, в принципе, хотя делают даже вид некоторые, что порядочные, некоторые действительно порядочные, но не знающие Бога. Но мы живем в этой атмосфере, и каждый раз эти камни преткновения кладет не они, не люди, кладет сатана, чтобы мы в этом искушении не устояли и сказали, я больше, Господи, не могу. Но вспомни слова Иакова. Иаков сказал, радуйся, каждый раз, когда встречаешься с друзьями, они наливают тебе этот алкоголь, и ты смотришь на него и понимаешь, ты был в этой проблеме. Раньше ты там был, и, возможно, твое искушение говорит, вернись, вернись. Библия же не запрещает. Что значит не запрещает? Да, может быть, алкоголь не является грехом против 10 заповедей. Но мы не пьющий народ. Мы люди, которые говорят, что мы не пьем. В том смысле слова, что мы не пьем. Мы не поддерживаем алкоголизм как таковое. Вы со мной, дорогие мои. И поэтому для тебя появляется искушение, испытание. Ты смотришь и думаешь, что мне делать, как поступить. И в этом решении только ты ответственен за него, никто другой, только ты. Ты можешь обвинять кого угодно, ты можешь говорить, ну чуть-чуть, может быть, но ты знаешь, из какой проблемы ты выбрался. Слышите, дорогие? И только ты можешь либо встать на этот камень и сказать нет, либо приткнуться и упасть. Вы здесь со мной, дорогие? Поэтому преврати свои камни преткновения в ступени для подъема. Когда я читаю про царя Давида, я всегда удивляюсь, что этот человек был интересным в том смысле, что он был царем израильским и был хорошим царем Израиля. Но накануне до него был другой царь, царь Саул. И если вы помните, во-первых, я вас всех вдохновляю читать Библию, потому что я прыгаю с того места на другое, рассказываю короткие истории. Иногда нужно одно место брать и прямо его разбирать досконально. А иногда нужно просто идти по Библии, как с людьми со взрослыми. Читайте, просто читайте. Потрясающая книга «Первое царство». Просто потрясающая. Голливуд отдыхает. Все эти блокбастеры отдыхают. Резня налево-направо. Это Ветхий Завет, мы принимаем так, как есть. И вот царь Саул, заметьте, что был призван Богом. Саул не был призван сам собой. Его призвал Господь. Господь ошибок не делает. И он призвал Саула. Саул был скромен, Саул был мудр, Саул был молодец во всех отношениях. Но наступил момент в жизни Саула, этот камень преткновения, который он не смог перейти. Это испытание властью. Вдруг он почувствовал, что он имеет власть. Многие люди не могут устоять перед этим сильнейшим искушением, камнем преткновения. Когда к ним приходит власть, неограниченная власть, как знаете, есть пословица, там, власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. И вот Саул получает власть, и вдруг он чувствует, что никто не может его контролировать. Он человек, который может делать все практически. Вы знаете, многие люди в правительствах разных стран не смогли устоять перед этим искушением. Если бы многие люди в правительстве, президенты стран слышали эту проповедь, не знаю, из моих уст, из чьих-то других, может быть, я не претендую на великого пророка, но эти мысли в Библии написаны, то многие бы, знаете, возможно, общество бы не испытали потрясений,
которые испытывали в течение истории. Если бы власть имущие поняли, что это искушение, это камень преткновения, на который можно либо встать, либо запнуться и упасть. И вот Саул упал, Саул не смог устоять. Он стал обвинять Давида, то, что Давид якобы готовит заговор против него, хотя Давид любил своего царя. И мы видим такой момент жизни. Это 1 Царств, 22 глава, 1-2 стихи. Я не буду сейчас открывать, но можно вывести на экран. Хотя, если у меня есть закладка, да, закладка есть, слава Господу. 1 Царств, 22 глава, написано с 1 стиха. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. И услышали братья его, весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою. И сделался он начальником над ними. И было с ним около 400 человек». Обратите внимание, что Давид должен был убежать от своего царя. Он убежал, по большому счету, от своего пастора, которому он доверял. Вот представляете, попадает такая ситуация в жизни, когда ты на своей ячейке, у тебя есть наставник, или у тебя есть пастор, в которого, может быть, ты, ну, наставник, пастор или кто-то, и ты чувствуешь, что он поступает неправильно. То Давид показал пример такого человека, который не просто неправильно поступал, который совсем скатился и хотел его убить. На минуту представь, лидер твоей ячейки не просто тебя не любит, он хочет тебя убить. Ты пришел к нему домой, на домашнюю группу, Библии почитать, ты скажешь, что за пример такой, я притыкаюсь. Слушай, в Библии Саул был военачальником, он был помазанником Божьим, он был пророком, он был царем, он был наставником для Давида. И Давида, он бросал в него копье, написано, пытался убить Давида. Ты пришел на домашнюю группу, все чаек пьют, а тебе сок дали. И ты чувствуешь, лидер сидит, и что-то там поколдовал такой. Тебе. Ощущения не очень, заметили? Что с тобой бы был в такой момент? Я уверен, что большинство бы из вас больше никогда бы в жизни не только на ячейку, в церковь бы ходить не стали. Сказали бы, это невозможно. Но Давид жил именно в такой атмосфере. И Давид не имел ничего против своего царя. Он каждый раз говорил ему, я ничего не имею против тебя. Когда Саул пошел в туалет, тоже в Библии написано, поэтому говорю, читайте. Пошел в пещеру, в туалет, ища Давида, главное, с войском, ищет его. И пошел в туалет, зашел в пещеру, и в этой пещере сидел как раз Давид, представьте. Давид смотрит, царь идет в пещеру. Он распрятался, Давид за камнем. А тот говорит, постойте там всем. И пошел по-большому. Это в Библии, это не я. Ты сейчас скажешь, как, ну так написано. Он пошел, а он же царь, у него плащи всевозможные. И он там плащ свой раскинул где-то. Давид тихонько отрезал. Отрезал кусочек плаща, отрезал. И пока там все это происходило, Давид кусочек плаща взял. Саул вышел и пошел на улицу. И когда они поскакали с войском дальше, Давид забрался на гору над пещерой и стал махать этим куском плаща. И говорит, Саул, я не враг тебе. Пока ты там гадил, я мог тебя уже убить 10 раз. Ты там был один в этой пещере, ничто мне не мешало тебя убить. Пойми, но ты для меня как был лидером, так ты и остался. Как ты был царем, так ты и остался. Поймите, вот этот посыл евангельских христиан. Для нас правительство, какое бы ни было, мы за него молимся. Мы благословляем правительство, мы говорим, мы не враги. И Давид сказал, я не враг тебе, Саул, я мог тебя убить. И вот свидетельство, это кусок плаща, что в моих руках был нож, и ты был рядом со мной. И я ничего тебе не сделал. И Саул говорит, о, Давид, я согрешил, да, и так далее, ты сын мой, я ничего против не имею, приходи домой. И опять людям говорит, убейте его, как только придет. Представь, вот в этой атмосфере жил Давид все эти годы. И Библия говорит о том, что к нему собрались все такие же несчастные, 400 человек. Что могло твориться в его голове? Давид сидел и думал, Господи, собрались несчастные, притесненные, должники, уроды, ненормальные, невменяемые, психбольные, алкоголики и наркоманы. Что я с ними буду делать? 400 человек, вот я царь над ними, начальник. Но знаете, в чем сила? В том, что Давид приходил со своей проблемой к Богу. И он говорил, Господи, я не приткнусь, я знаю, что не приткнусь ногой о камень. Потому что ты даешь мне силу, Господи. И я, другими словами, Давид говорит, я хочу превратить камень преткновения в ступень для подъема. И только через годы Давид понял, почему он должен был это испытать. Он должен был испытать для того, чтобы Бог готовил его сделаться правильным царем Израиля. И когда Давид стал царем, он прекрасно понимал, что такие ситуации могут быть, что есть искушение власти. Поэтому Бог через сумасшедшего Саула
готовил дорогу Давиду, чтобы Давид никогда не был как Саул. Чтобы в Давиде убить Саула, Давид должен был пройти это испытание Саула. Вы со мной, дорогие? Многие люди в нашей жизни говорят, почему вот в моей жизни было так, что мой отец был алкоголик, я там испытывал такие трудности. И вы знаете, у меня было в жизни то же самое. Я помню, что мой папа никогда не проявлял ко мне никакой любви, он чаще всего был пьяный, и я все время смотрел и думал, почему, Господи, вот так, почему у всех отцы нормальные, а у меня вот такие? И вы знаете, прошло время, и я помню, что уже будучи отцом семейства, я помню этот тихий голос внутри меня, ты видел, каким не надо быть отцом, поэтому таким никогда не будь. И знаете, и внутри я понял, я увидел даже пример негативный в том смысле, чтобы не быть таким. Вы со мной, друзья мои? Конечно, не очень хороший пример. И, конечно, в моей жизни моего папы сатана хорошо поработал. Но мой отец, в конце концов, спасся и в конце жизни попросил прощения у меня за все. И вы знаете, я вдруг осознал момент жизни, что я счастливый человек. Несмотря на то, что мой папа долгие годы пил, он был прекрасным человеком, несмотря на то. Я увидел, как можно помогать людям, которые попали в эту проблему. Вы знаете, мы должны увидеть, что вот этот камень преткновения, о который ты мог бы притыкаться и все время жаловаться, можешь сделать камнем для подъема. Аминь, дорогие. Два близнеца, два парня-близнеца были в несчастной семье, жили. У них отец был алкоголик. Прошло время, и через годы один стал страшным алкоголиком, другой стал трезвенником. И когда первого спросили, почему ты стал пить? Он говорит, а как мне не пить? У меня отец был алкоголик, вот я и пью. Второго спросили, а как вот ты так не пьешь? Трезвый образ жизни ведешь, у тебя нормальная семья. Он говорит, да как мне пить после того, как у меня отец был алкоголик? И мы видим, что два человека, выросшие в одной семье, с камнем преткновения разобрались по-разному. Слышите, дорогие? Совершенно по-разному. Один благодарил свою судьбу за то, что отец был алкоголик, и теперь он знает, что, как помогать таким людям и как показать пример, чтобы не пить. Другой человек, в точности наоборот, оправдал все свое зло в жизни тем, что у него были такая несчастная судьба. Вы со мной, дорогие? Хоть чуть-чуть. И вот Давид был, именно возвращаемся к Давиду, тем человеком, который сказал, «Господи, помоги мне преодолеть вот это испытание». И через некоторое время видим, что Давид стал мужем по сердцу Божьему. Аминь.